Альхамду лиллахи ва'ада, ассаляту вассаляму аля ман ля набия ба'да. С нами сегодня Ичтима аль-Джаюш, Ибн Кайм, Шарх Усул, Ал-Лалакаи и Китаб аль-Арш аз-Захаби. О чем речь сегодня? Каких суфиев хвалил Ибн Таймия? О каких суфиях Шейхул-Ислам хорошо отзывался? Потому что я проверял в арабском сегменте, в русском. Везде есть такие статьи и видеоролики, то Аль-Джифри, то другие. Говорят, вот Ибн Таймия хорошо отозвался о суфиях, их хвалил. Да, Ибн Таймия говорил, есть хорошие, минхум хияр, у минхум ашрар. Есть хорошие, есть плохие. То же самое говорил Ибн Бас. Так кто же те суфии, какие суфийские личности заслуживают реального уважения? И более того, мы сами за ними следуем. Я в этом отношении сам являюсь большим суфистом. Но какой суфий? Давайте проверим. Я вот выписал имена этих суфиев, больших имамов. Раньше суфий имел другое значение, не то что сегодня. Так вот, я здесь выписал имена. Это... То есть те суфии, на которых хвалил Ибн Таймия, Ибн Кама Захаби, Сабит аль-Буннани, Яхья бин Муаз ар-Рази, Зуннун аль-Мисри, Харис аль-Харис ибн Асад аль-Мухасиби, Амр аль-Макки, по-моему, Абу Абдилла, Абу Джафар аль-Хамдани, потом Маамар аль-Асбахани или Маамар аль-Асбахани, его я не знаю, но это тоже авторитетный человек. Я о нем видел, что ученые говорят. Абдул-Кадир аль-Джилани, это тут важная фигура. Абу-Нуайм аль-Асбахани и другие аль-Улама. Итак, был такой Захид, большой имам Захид, суфины его очень хвалят. Это Сабит аль-Буннани. Сабит аль-Буннани. Шарх Усул аль-Ихтикат. Что говорит здесь Сабит аль-Буннани? Вот здесь говорит аль-Аликай, приводя свой иснад, Ахбарана и так далее, цепочка, до Джафара ибн Сулеймана, который сказал, нам сказал Сабит, то есть аль-Буннани. Дауд читал молитву и удлинял ее, и свои рукуа, и поднимал свою голову вверх и говорил: «Илейка рафа'ту ра'си», «Я к тебе поднял свое лицо», «Я амира сама», «О тот, кто воздвиг небеса», «О тот, кто воздвиг я сакина сама», «О тот, который на небе», «О тот, который на небе». Это со слов Сабита аль-Буннани. Дальше у нас кто по списку? Яхья ибн Муаз ар-Рази. Яхья ибн Муаз ар-Рази. Это Захаби, извиняюсь. Что говорит у нас Яхья ибн Муаз ар-Рази? Что интересно, Ибн Кайм, разоблачая в этой книге джахмитов, муаттила, муаттазиля и так далее, он приводит авторитетнейших имамов этой религии. И знаете, кого он привел здесь? Даже так главу, даже так называл целую главу. То есть глава, кого он здесь приводит, то есть в опровержении, да, джахмитов, мутазиля, ашария, матуридия и так далее. Глава, как называется глава? Глава Акваля Зухат ва София. Высказывание Зухат, то есть отрешенный от мира, и суфиев, которые следуют иттиба, то есть сальфа салях, и их предшественников, и их предшественников. Итак, это целая глава. Яхья ибн Муаз вот здесь говорит قولу Яхья ибн Муаз: Аллаху Тааля аля аль-арши баинун мин аль-халк кади ахата бикулли шейин альма ва ахса кулли шейин хадада. Говорит суфи. Имам Яхья ибн Муаз ар-Рази, великий имам суфи, суфи, наш суфи. Он говорит: Господь над аршем отдален от своих творений. Потом говорит: «Валя яшукку фи хазихи л-макалати илля джахмийун радиун далилун халикун
муртабун. Када кал. И никто в этом не сомневается, кроме джахмита, низкого, заблудшего, павшего, сомневающегося. Вот такие вот суфии. И от таких суфиях хорошо отзывался Ибн Кам, и Ибн Таймия, и Аз-Захаби. Вот здесь тоже, Китабуль-Арш, здесь тоже он их приводит. Это второй имам суфий. Третий, Дзуннун. О, это вообще известно, они его так хвалят. Почему бы они его не хвалили бы, если бы знали об этом? Вот здесь я тоже это привел Абу Шейх Аль-Асбахани у себя в Аль-Азама. Слова со своим иснадом до этого Дзуннун Аль-Мисри, что его свет осветил все небеса и земли. У Анараби Уаджихи Дзульмат. И его и своим лицом он осветил, пролил свет на тьму, да? Вот так можно сказать. Потом говорит, Аля Аршихи на троне. Это с иснадом приводит Абу Шейх Аль-Асбахани. Если кто-то вдруг приведет обратные его слова от Аль-Кушейри, то это недостоверно. То, что Аль-Кушейри передает от Дзуннуна, недостоверно, потому что Аль-Кушейри привел без всякого иснада. А Абу Шейх Аль-Асбахани привел с иснадом, и это достоверно. Значит, с тремя великими суфиями мы разобрались. Четвертый известный суфий, тот самый Аль-Мухасиби. Давайте посмотрим. Аль-Хариф ибн Асад Аль-Мухасиби, рахимахуллах. Рахимахуллах. Вот здесь, это честно, очень удивительно. Вот здесь смотрим. Ар-Рахману Аль-Арши Става. Он этот аят приводит. И здесь разные аяты приводит. Говорит, «Хаза юджибу аннаху фаука л'арши ва фаука л'ашьяи куллиха мунтазихун ани дхули фи халки». Все эти аяты указывают на то, что он над аршем, над всеми вещами причист от того, чтобы быть смешанным своим творением. И он здесь тоже, он над аршем, арш над водой, и разные цитаты. Это Аль-Хариф Аль-Мухасиби. Дальше, это тоже галочка. Теперь Амар Аль-Макки. Амар Аль-Макки. Давайте откроем, что говорит Амар Аль-Макки. Аль-Ариф Билля Амар Ибн Утман Аль-Макки. Смотрим. Он говорит в своей книге «Адабуль Муридин», то есть «Адаб Мюридов». Здесь говорит, «Ядахума бесу татани, вахума гайру ниамати ва кудрати». И его руки развязаны. И это не имеется в виду ниама или кудра. Говорит, то есть руки, в прямом смысле руки. «Халака Адама бияди». И Адама сотворил собственной рукой. Вот такие вот были суфии в то время. Так, дальше. Другой известный захид суфий, Абу Джафар Аль-Хамдани. Абу Джафар Аль-Хамдани. Вот смотрим вот здесь. Здесь Абу Джафар Аль-Хамдани, ну есть такая история, Мухаммад ибн Тахир Аль-Макдиси, имам, хаддис, тоже суфи, кстати, тоже суфи, кстати, по-моему, в Багдаде. В своей книге привел, что он был на маджлисе Абу-Ль-Маали Аль-Джувейни, тот самый известный муфауила, да, Абу-Ль-Маали Аль-Джувейни. Он говорил, «Кана Аллаху валя арша». В общем, да, вот эти слова заблудшие. И говорит, я шейх, говорит Абу Джафар Аль-Хамдани, говорит Абу Джувейни, говорит, о шейх. Да, она, оставь вот эти вот слова, миндикр арш, оставь вот это упоминание о арше. Ахбирна ан хадихи дарура. Ты лучше расскажи нам о том явлении обязательном, которое вот, оно такое неминуемое явление, «Аллати наджидуха фи кулубина», которое мы находим в своих душах. Вот мы находим это в сердце. Оставь вот это «Арш», там, «Кана валя макан», оставь. Вот оставь вот это «Кана Аллаху валя макан», оставь. Это все оставь. Просто дай мне ответ, говорит Абу Джафар Аль-Хамдани. Ответь нам. Вот то, что мы чувствуем в душе, в сердце. فإنه ما قال عارف قط يا الله إلا وجد في قلبه ضرورة بالطلب العلو لا يلتفت يمنة ولا يسرة. Ни один алим, ни один суфи, ариф, то есть так называют людей знающих, которые Аллаха познали, ни один из них, когда говорит «Я Аллах», не смотрит направо и налево. Никто из них не смотрит направо, когда говорит «Я Аллах». «Ля ямнатан, ва ла ясратан».
فكيف ندفع هذه الضرورة عنه؟ Как же это вот, вот это как оттолкнуть в душе, она вот вверх тянет. Как это оттолкнуть? ماذا قال؟ فصرخ أبو المعالي ولطم على رأسه هكذا. قال حيرني الهمداني. حيرني. Говорит он, вот так он взялся за голову и сказал: "Хайярани", то есть хайяр это как бы оставил меня без ответов. Оставил меня без ответа аль-хамдани. Вот такой, вот такие вот были суфии в то время. На самом деле же это, да, такой интересный вопрос. Мы говорим: "Я Аллах". Куда нас вот, давайте вот эту суфию, вот, аль-ашара, искренне вот, отбросим все книги. Просто к фитре. Куда всех тянет? Я вам скажу одно. Я видел ролик в Ютубе или в Фейсбуке, не помню, что там кто-то там собрал моменты. Саид Фуда, муфти Амра, этого Амана, который является Ибадуя, да, харджит, ну, харджитское такое ответвление, собрал там шиитских ученых. В общем, очень интересно. Все, вольно или нет, во время своей хутбы или речи смотрят на Аллаха Джалла Ва'аля. Саид Фуда, который ярый, то есть, его манхадж, все знаем. Даже он, того не понимая, когда делает лекцию, смотрит на Аллаха. Даже Али Джифри говорит, Аллах сказал, он не понимает, что он указывает наверх. Дальше имам Муаммар Аль-Асбахани вот здесь говорит, ну здесь текст длинный, суть. وَأَنَّ اللَّهَ إِسْتَوَى عَلَى عَرْشِهِ بِلَا كَيْفَ وَلَا تَجْبِهِ وَلَا تَأْوِيلِ. И Аллах вознесся на трон без отрицания, без уготовления и без иносказания. Вот говорит Аль-Муаммар или Маамар Аль-Асбахани тоже. Дальше Абдул-Кадир Аль-Джилани, тот самый имам Абдул-Кадир Аль-Джилани Аль-Ханбали, кстати, который был имамом Багдади. Что он говорит? Он здесь опровергает тех, кто отрицал истива. Говорит, юридуна бидалика нафиль истива. Они этим хотели отрицать истива, которым Аллах сам себе описал. Вахаза хата, это говорит ошибка от них, с их стороны. Лианна Аллаха Та'аля истава аля ларши бидзатихи. Бидатихи, извиняюсь, бидатихи. Ибо Аллах своей сущностью вознесся над троном. Вознесся над троном. Это он говорит в своей книге Тухфатуль Муттакин Васабилуль Арифин. А вот в книге Аль-Гунья, у меня, правда, ее нету, но он, я ее читал тоже там, 30-70, какая-то, не помню, то же самое говорит, что Аллах над небесами, и что он над аршем, и так далее. Это Абдул-Кадр Аль-Джилани. Другой имам Суфи, Абдулла Аш-Ширази, имам Суфия в свое время, как говорит Ибн-Кайм, вот он здесь говорит, что Аль-Курси является местом ног Аллаха Джалла Ва'аля. Местом ног Аллаха, Аллаха Джалла Ва'аля. Также у него есть образ. И также у него есть образ, и у него есть хватка, у него две руки, он вознесся. В общем, то, что говорят Ахли Сунна Валь Джама'а. Так, ну и последнее, давайте на этом закончим. Абу Нуайм Аль-Асбахани, тот самый автор, имам Аль-Хафид Мухаддис, Хайют Аль-Аулия, да, известный имам, что он говорит в своей акиде, вот здесь, что Господь, ва яджаб, удивляется, ва таджалля, и покажется своим рабам, йаум аль-кияма. Ва ядхикан, и будет улыбаться, и снисходит на первое небо, и так далее. Видите, все эти атрибуты, которые признает, также он на арше говорит, без уподобления и без тауиля, говорит Абу Нуайм Аль-Асбахани. Скажу вам честно, я бы мог много таких цитат привести, их очень много, но вот этих вот 10 больших имамов, больших авторитетов суфия и зухат, они наши ученые, суфи. Эти же слова, или некоторые из них, также приводят вот здесь Аз-Захаби, но нет нужды их читать, потому что одно и то же. Вот таких вот суфиев хвалил и Аз-Захаби, и Ибн-Кайим, и Ибн-Таймия, и другие имамы. Вот такие суфии, они Ахли-Сунна. Суфи, потому что они были отрешенные от мирских услуг и так далее. Но, что касается тех, которые взывают не к Аллаху, делают та'тиль, та'уиль, заблудшие суфии, которые вот сегодня, да, большинство, ничего общего вот с этими имамами аль-а'имма, суфиями не имеют. И Ибн Таймия говорил вот о этих, а не о этих местных наших
кубритах, которые взывают не к Аллаху Джалла ва Аля, а к мертвым, и отрицают напрочь все атрибуты Аллаха, которые Он сообщил нам в Коране. Вальхамдуллахи Раббиль Аламин.